Банде Гуру Пададандам Бхактавиндасаманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нандана Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джано Самаюктам Бриндаванам Манохар Панча Калпатару Ваша Кипасинду Бхаваче Патитананг Павоне Бхавишнавибхьо Намо Намаха Мукан Кароти Ваджа Ланг Пангун Ланг Хайтигирим Ятки Патамаханг Банди Парамананда Мадама Бриндаваи Тусе Бхайпия Бхай Кешвасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Дитатихам Панадабал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Равиндам Джат Пада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Гамапигабавадушва Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадамикамикарус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Шри Адвайта Гададхара Сивапади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Аджануламмита бхужау канака бодато Шанкиртанай капитаро камалайо такшо Вишамбару дижавару джугадхарма палау Банде ягат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхавануруппена саданаранам Ганга таранга рамания джатта калапам Гаури нирантара вивуши табам бхагам Нараяно прияманага мада пухарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Ваги саджусшо бадане Лакшмир джасша ча бхакшаши Джасша стехида самбид Вам нишинга махам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама Рам Рам Хари Хари Нибритта Таршай Рупагия Маханат Бхавушадат Шатрубано Вирамат Кауттама Срока Гунану Вадат Бираджета Бина Пашугнат
Nibritta tarshai rupagiyya mahanat bhavau shadat chatramano virahamat ka uttama sloka gunana vadat virajjet vina pashugnat. Gauriya Goshtipati Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Дакор Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, то, что мы хотим, чего мы не хотим. Необходимо ясно видеть конечную точку наших устремлений. And what we don't want, there should be final settlement of this factor. Otherwise, never we can start Hari Bhajan. Необходимо четко понимать, чего мы хотим, а чего нет. В противном случае мы никогда не сможем начать Hari Bhajan. This kind of problem can persist in our life and put us in the ocean of misery. И неопределенность будет. There should be final settlement. What you want? Заставлять нас страдать. Try to think. Нужно четко осознавать, что я хочу. Холодным умом, здравым умом понимать. Принять решение, к чему я стремлюсь, чего я хочу. Если мы будем поощрять наши материальные желания, это все равно, что подливать масло в огонь. Разве огонь может потухнуть, если вы подливаете в него горючее? Такое, как наслаждение, удовлетворение материальных желаний и так далее. Пурурава хотел обрести, хотел удовлетворение. Благодаря общению с Гуру Вайшнавами, в конце концов он осознал, что он глупец. В этой истории, в истории Урваши и Пуруравы, кто кем наслаждался? Урваши им или он хотел наслаждаться Урваши? Он хотел наслаждаться ее телом, и это очень грязно. Тело состоит из мочи и испражнений. Поэтому оно крайне грязно и крайне сложно изменить в себе желание наслаждаться, убрать из желания наслаждаться. До тех пор, пока мы не примем твердое решение прекратить наслаждаться, оставить эти наслаждения. In Bhagavatam we find this final conclusion. By material enjoyment, you cannot get satisfaction any day. For infinity. А заключение Бхагаватам говорит о том, что можно наслаждаться до бесконечности, но удовлетворение так и не обрести. But not say getting any satisfaction. By enjoying calm, I cannot extinguish the fire of karma. Наслаждаясь, питая вожделение, мы тем самым подбрасываем дрова в огонь. You are just going to add fuel into fire. So fire increases. Поэтому огонь лишь разрастается, увеличивается. Bhagavan already, I can discuss this, all these points. Bhagavan speaking to Uddhava, Uddhava. Бхагаван объясняет Удаве, что выйти из-под влияния майи, сатвы, раджа, тамы, необходимо служить садгуру.
тому, кто находится на трансцендентном уровне. Гурудев находится в трансцендентной реальности, но для того, чтобы помочь мне, чтобы освободить меня, он нисходит в этот мир. Благодаря служению лотосным стопам такого гуру, я смогу преодолеть майю, смогу избавиться от анарт, от своих пороков и осознать абсолютную истину. Это единственный путь, единственный способ. Других способов не существует. Именно поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве. Очень легко. При помощи этого процесса все получится очень легко. Сам Бхагаван говорит, что это очень просто. Но мы думаем, что это крайне сложно. Жизнь за жизнью проходит, а мы не можем выйти из-под влияния майя. Для нас, мы думаем, мы воспринимаем факт, что выйти из-под влияния майя — это крайне сложно. На самом деле, просто выйти из-под влияния майя крайне просто. Это очень дешевая вещь. Но мы стараемся, преодолеваем препятствия, но и до последнего вздоха, но получается так, что даже умирая, мы не получаем освобождения. Раджагуна будет вдохновлять вас наслаждаться материальными вещами, вызывать интерес к окружающему. Но при помощи раджагуны необходимо победить тамагуну, а раджа и тамагуну необходимо победить при помощи сатвагуны. А сатва-гуну необходимо победить при помощи шуда-сатвы. То есть даже сатва-гуна недопустима в нашей жизни, потому что это также своего рода оковы. Но, конечно же, сатва-гуна, безусловно, она лучше, чем раджа и тама-гуна. Но преданный должен находиться на уровне шудха-сатвы. Таким образом, служа садгуру, все невозможное становится возможным. Но любые наши усилия, собственные усилия, наши самостоятельные усилия бесполезны. То, что я не могу увидеть, то, что я не могу почувствовать, то, что я не могу представить себе, то есть все трансцендентное находится недосягаемо для меня. Таким образом, как я могу служить Гуру Пада Падме, когда он находится на трансцендентном уровне, а я нахожусь на материальном? Между нами огромное пространство, огромное расстояние. Таким образом, с моим материальным настроением я не могу даже увидеть его. Я смотрю на него, вижу высокого человека, сильного, но это не Гуру Даршан.
This is not darshan. This is not guru darshan. By these eyes, you can, by these material eyes, you can see stool. Потому что материальными глазами можно увидеть лишь мочу, испражнения, женщин, мужчин. Мы по-настоящему не можем ими видеть. Сейчас мы должны готовиться, подготовить свои глаза, чтобы они стали зрелыми, достаточно зрелыми, чтобы лицезреть трансцендентную реальность. Несмотря на то, что я не могу ни видеть Гурупада Падму, ни... Гурупада Падму проливает на меня свою милость и говорит, нет проблем, приходи и слушай Харикатху, повторяй Харинам и делай севу, совершай служение. Старайся, 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 ты должен практиковать. Благодаря служению, благодаря воспеванию святого имени, который ученик получает от Гурупад Падмы, его глаза обретают зрелость, и тогда он может видеть Гуру, может увидеть Гуру. You can see fine and fine matter, finest matter, which is not possible to see with material eyes. But go on hearing. Трансцендентным видением можно увидеть тончайшие вещи, которые, о которых не подозревают материальные глаза. This can give you all facilities, complete facilities. Но необходимо слушать Харикатху. Это дарует вам все возможности. Иди и слушай, говорит Бхагаван Удхаве. В соответствии с настроением, с наклонностями, желанием, имеется в виду, в соответствии с желанием слушать Харикатху, развивается наш тонкий даршан, даршан трансцендентного, видение трансцендентного. И когда произойдет, когда я утвержусь в Харикатхе и в Киртане, когда я осознаю то, о чем я слушаю, то, о чем поется в Киртанах, я смогу увидеть Дхамму, смогу лицезреть нам и получить даршан моего Гурупада Падмы. Именно поэтому шлока, с которой я сегодня начал, крайне важна. Когда вы хотите пить, вы пьете. Но если вы хотите... Если вы испытываете жажду к материальным вещам, сколько бы вы ни наслаждались, сколько бы вы ни пытались напиться этой материи, все будет безуспешно. Можно пытаться утолить эту жажду до бесконечности, но безрезультатно. Прабхупад много раз говорил, что если вы обрели Гуру Крипу, милость Гуру, милость Парамахамса Гурудева, не сомневайтесь, что это милость самого Бхагавана, это Бхагавата Крипа. Когда Гуру благословляет вас, видит, что у вас нет никаких посторонних желаний, кроме желания трансцендентной истины,
будьте уверены, что милость, которая, милость Гуру, которая нисходит на вас, это есть милость Бхагавана, потому что Бхагаван посылает свою милость через Гуру Вайшнавов. Именно поэтому Прабхупад сказал, что необходимо принять твердое решение, что мы хотим, а чего нет, что нам нужно, а что нет. Без этой определенности невозможен Харибаджан. Харибаджан даже не начнется. Я не могу вас обманывать, я говорю вам правду. Намабхас, к примеру, это не настоящий нам. Это как нам, как святое имя. Вспомним историю с Девахути. Она была дочерью Ману Махараджа. Она хотела хотела наслаждений, но в конце концов не достигла желаемого. Кардама Риши силой своего йогического могущества мог предоставить все возможности для наслаждений. Благодаря своим аскезам у него были такие возможности для наслаждений, каких не было даже у полубогов на райских планетах. Кардама Риши совершал аскезы, и поэтому он как ее муж, она также совершала аскезы. И поэтому ее тело, несмотря на происхождение, стало слабым. И однажды Кардама Риши сказал: «Я знаю, что у тебя есть желание, но желание наслаждаться необходимо обуздать при помощи, ты хотела обуздать при помощи служения мне, и я хочу благословить тебя за то, что ты делала мне. Приготовься, сейчас будут наслаждения. Иди прими омовение в пруду. А затем взойди на эту огромную колесницу». И на этой колеснице было все. Девахути последовала наставлениям. Когда она принимала омовение, к ней приплыли много девушек, которые как служанки умощали ее тело, ее волосы травами. Ее тело стало сиять, как прежде. И она взошла в полном убранстве на колесницу. Колесница летала повсюду. И они наслаждались на этой колеснице долгое время. Devahuti was fed up.
В конце концов, Девахути осознала, что для того, чтобы я поняла, что материальные наслаждения абсолютно бессмысленны, когда Мариши, мой муж, устроил все это, чтобы я поняла, что материальные наслаждения — просто грязь. И она с того момента она все поняла. Она больше не хотела наслаждаться. Она сказала: «С меня хватит. Я больше не хочу материальных наслаждений. Я больше не хочу». Я хотела предоставить моим органам чувств то, что могло бы наслаждать их. Они требовали. Глаза хотели смотреть на красивые объекты, уши хотели слышать сладкие материальные звуки. Язык хотел вкусной пищи. Я хотела предоставить им все, чего они хотели. Но по сей день они не проявили никакой благосклонности ко мне. Я пыталась служить им и думала, что наступит момент, когда они благословят меня, но они беспощадны. Они не проливают на меня свою милость так, чтобы не дают мне возможности почувствовать себя удовлетворенной. Так Девахути плакала перед Кардама Муни. Я думала, это есть решение, когда я даю чувствам то, что они просят. Но оказалось не так. Сейчас мои чувства, мое желание наслаждаться загнало меня в океан страданий. Погрузила, повергла в тьму невежества. Так раскаивалась Девахути и просила о помощи Капилджи Махараджа. Она уже не обращалась к нему как к сыну. Она обращалась к нему Бхагаван. Как к Анантадеву, как к Бхагавану она обращалась к нему. Таким образом, невозможно достичь удовлетворения, насыщая свои чувства. На протяжении всей нашей жизни мы остаемся учениками, студентами, потому что прямым или косвенным образом мы учимся. И Бхактивинод Тхакур говорит об этом, что вся наша жизнь — это жизнь в ученичестве. Мы учимся говорить об трансцендентном мире. Шабда Брахман бесконечен.
Ананта парам кила шабда шастра. Шабда шастра infinity. How I can catch? Шастра в действительности безгранична, бесконечна. И наша жизненная цель — ее постичь. Хотя это кажется невозможным, тем не менее, по милости садгуру это может произойти, это может свершиться. В Харибаджане ничто не может казаться недоступным. Нет ничего недоступного, если я обрету милость гуру. Сегодня я говорил о том, как вчера я говорил о том, как Бхагаван всех своих спутников переправил в трансцендентный мир. Он принял решение разыграть игру, разыграть лилу. Около Двараки собрались огромное количество риши и муни. Там они начали совершать баджан. И между тем мальчики из династии Ядувамши забавляясь, решили подшутить над Риши и Муни. Конечно же, это было устройство майя, иначе они бы не стали шутить с саду. Они никогда так прежде не делали. Точно так же Парикшит Махарадж говорит: «Я за всю свою жизнь ничего подобного не делал. Я никогда не выходил так из себя, чтобы совершить такой грех оскорбления брахмана. Я всю жизнь почитал садгуру вайшнавов». Но что же произошло тогда, в тот момент, когда я тело змеи, тело дохлой змеи набросил на шею риши? То есть сам Парикшит Махарадж не понимал, как с ним это произошло. Как я мог оскорбить саду? Я прежде никогда такого не делал. Во всем нашем роду никто подобного не делал. Но суть в том, что если Парикшит Махарадж думал, если Бхагаван накажет меня за это, я хотя бы искуплю эту ошибку. То есть, если вы совершили аппаратху и искупаете ее, она аннулируется. И поэтому Парикшит Махарадж хотел наказания. Как я мог такое сделать, не понимал он. Когда все это произошло, маленький мальчик проинформировал Парикшит Махараджа, что тебя проклял сын Шринги Риши, сын этого саду, проклял, что через 7 дней ты умрешь из-за укуса змея. Услышав это, Парикшит Махарадж обрадовался. Здорово, сейчас я спокойно могу отправиться домой. Потому что Парикшит Махарадж не думал о себе как о теле. То есть он не думал о теле. Он думал о духе, он думал о душе. Но мы заняты мыслями о теле. А дух за пределами нашего понимания. То есть для нас совершенно непонятно, как можно было обрадоваться, когда ему сказали, что он умрет через 7 дней. Но Парикшит Махарадж почувствовал облегчение. Он подумал, что это оскорбление аннулируется. Именно поэтому в Шримад Бхагаватаме сказано, что Парикшит Махарадж — Маха Бхагавата. Об этом говорится, упоминается 3-4 раза.
Esho Mahabhagavataha. And Parikshit Maharaj is compared with honeybees. Помимо этого, его сравнивают с пчелой. Parikshit Maharaj is compared with honeybees. Like honeybees, why? Because honeybees going to fly and sit in the flower. Пчела садится на цветок, извлекает нектар, и улетает. Но ведь в цветке есть еще и яд. Там не только нектар, там и нектар, и яд одновременно. И существует другая разновидность насекомых, которые собирают именно яд. И Прабхупад объясняет замечательную философию на почве этого. Позже мы поговорим об этом. Пчела собирает нектар от цветка к цветку, перелетая. И именно с такой пчелой сравнивается Парикшит Махарадж. Пчела не замечает никаких негативных вещей. Она не видит яд. Она лишь извлекает нектар. Если я вас попрошу, вы сможете насобирать мед, насобирать нектар? Я вам тонны цветочков насобираю. Сможете извлечь мед? Сейчас столько технологий, столько возможностей, но даже они не помогут извлечь мед из цветков, потому что это могут делать лишь пчелы. Точно так же гуру и вайшнавы собирают мед, нектар из шаст и предоставляют это вам, рассказывают вам этот нектар, передают этот нектар вам. Для того, чтобы вы выжили, чтобы вы спаслись от майи, от влияния майи. Кали очень опасна. Век Кали опасен. Ее задача — прикончить вас. Даже там, где, казалось бы, не могло возникнуть проблем, они возникают. Потому что Кали не позволит вам совершать баджан. Прабхупад организовал ашрам для матаджи. Для женщин. Женский ашрам с боку йога-питха. Но через какое-то время он схватился за голову. Кали настолько сильна, этот век Кали настолько... Явление Кали настолько сильно, что Прабхупад в конце концов закрыл. Тут также один саду открыл ашрам, и там живут одни женщины. Но там также сейчас политика, битва целая происходит. Таким образом, Кали не оставит вас в покое, пока вы не предадитесь лотосным стопам гуру и вайшнавов. Кали крайне опасен. Тем не менее, в шастрах сказано, что век Кали есть одно замечательное качество, одно замечательное преимущество у этого века есть. Не нужно совершать ни аскез, ни огненных ягей, ни медитаций. Потому что все это недоступно для жителей Кали-юги. Только лишь при помощи харинама можно достичь всего.
то, что прежде достигалось большими усилиями. Но проблема в том, что мы не готовы воспользоваться преимуществом этого века, этой редчайшей возможностью. Это замечательное преимущество, что лишь благодаря повторению Харинама мы можем выйти из-под влияния Майи. Об этом свидетельствуют все писания. Благодаря Харинаму, лишь Харинаму, очень легко можно преодолеть майю и выйти из этого мира. Никакие проблемы не коснутся вас. Но кто слушает? Кто слушает, что говорю я? Кто слушает, что говорят шастры? Итак, Бхагаван Шри Кришна принял решение покинуть этот мир и забрать с собой всех своих спутников. И, естественно, ему нужна была какая-то причина этому, то есть как они, почему они все причины их ухода. Есть некоторые ачарьи, которые неправильно трактуют, описывают появление века Кали, приход Кали. Они говорят, что Парикшит Махарадж хотел убить Кали, но Кали сказал: «Я предаюсь тебе. Как ты можешь убить того, кто предается тебе?» Парикшит сказал: «Тогда не создавай никаких проблем. Хорошо, если ты мне дашь какое-то место, где я мог бы жить, я не буду чинить никому препятствий». Да, хорошо, живи в золоте, деньгах, в славе, в почете. Но Кали сказал, что ему недостаточно этого, это слишком тесное пространство. То есть это рассказывается то, как об этом говорится в Шримад Бхагаватам, как пришел, как начался век Кали. Таким образом, так или иначе, Парикшит Махарадж взял под контроль Кали. Но кто сейчас может контролировать Кали? Кто управляет им? Парикшит Махарадж был здесь в то время. Именно поэтому он был под его присмотром. Но сейчас один лишь способ контролировать Кали — это воспевать святое имя. Не нужно ничего хотеть в этом материальном мире. Здесь нет любви, лишь обман. Вы в поисках в погоне за материальными наслаждениями, вы обнаружите себя в океане страданий. Таким образом, в век Кали не нужно ничего. Все, что нужно, просто сесть и петь Хари Кришна. Ни денег, ничего бы то ни было еще не нужно. А чем занимаемся? Мы прыгаем в огонь. Кто ответственен за это? Then I can withdraw all my team. So.
All Muni Rishis, they are going to curse. Ah! Joking with us, ah? То есть была Кришна устроена целая история, что мальчиков прокляли Муни и Риши. Прокляли, что родится кусок железа. When Rishi Muni speaking, that she can give birth to iron bar, immediately Shambhu discovered that. В этот самый момент Шамбу понял, что у него в животе, что там, где, на месте, где был накладной живот, оказался камень. Сиддханта в этой истории следующее, что когда кто-то again, clearly, I like to explain from Vedanta, but now no time. The object I indicate by voice, try to understand. The object I indicate by voice, my voice. The object I indicate by voice, that object is there physically. Don't understand. Like Madhavendra was speaking, то есть, когда что-то, про что-то говорится, то оно как в случае с Мадхава Парипадом, когда он сказал «Ха, Кришна». И Кришна в эту секунду, когда он это произносил, присутствовал здесь. И если вы говорите «вода, вода, вода, вода», можно кричать, но вода не появится, вода не придет. Но в трансцендентном мире то, что я говорю, то, что звуковые вибрации идентичны с существующими объектами. Как когда Бхактивинода Тхакур произносит «Хари Кришна», в этом звуки присутствуют и Радха, и Кришна. Радха Говинда. So on those days, so powerful Guru Vaishnav and Brahman, so powerful. В те дни Гуру и Вайшнавы, Браманы были крайне могущественны. Если они проклинали кого-то, в ту же секунду проклятие начинало действовать. On those days, if some Brahman, Vaishnav, they are going to curse you, immediately you can find. Immediately. It can come true in your life. But at present, there is no such power at present. Some Guru Vaishnav can have, but ordinary people, no Brahman. So, I already told, iron bars came out, and by the advice of the assembly, parliament, Sudharma Sabha, they all took decision well, very good. You can take the iron bar and you can go to riverside or seaside. You can drop like chandan. И на парламентском заседании было принято, что этот кусок железа будет стерт в пыль и потом развеян. Они наняли человека, который будет тереть, сотрет его до конца. Когда почти весь камень превратился в пыль, ее выбросили, и остался маленький кусочек. Подумали, что он не может, только такой маленький камушек точно не разрушит весь мир.
бросили в океан, и рыба проглотила этот камень. Рыбу, в конце концов, поймали, как я уже рассказывал. Рыбак разрезал рыбку, достал оттуда этот интересный камень, но, тем не менее, он подумал, мне в нем нужды нет. Предложил охотнику, и тот купил у него этот камень. В конце концов, вырезал из него копье. Охотника звали Джара. Издалека он увидел прекрасную птицу. Лотосные стопы Кришны были огромные. То есть, вы посмотрите, какие во Вриндаване находят отпечатки следов Кришны. Огромные. То есть он был большого роста, размера. Если бы Сатья-юга сейчас сюда пришел человек, он бы не смог тут разместиться в этой комнате, в этом помещении. Это помещение было бы крайне маленькое, крайне мало для него. Они были очень высокие. Вход должен был быть 2 фута в высоту, то есть большой вход. Сейчас, день за днем, творение меняется, эволюция происходит, и люди уменьшаются. То есть охотник перепутал стопы Кришны с птицей. И стрела попала в лотосную стопу Кришны. Пошла кровь. Об этом я буду говорить в конце. Подробнее. Когда Балдаджи Махарадж увидел, что происходит, что происходит с династией Яду, когда они, выпив нектара, стали драться друг с другом, он был безразличен к происходящему и возлег на воды, уснул и, в конце концов, покинул этот мир. Между Кришной и Удавой были ближайшие отношения, то есть они были едины. Удава Махарадж пытался отыскать Кришну, в конце концов он обнаружил его под деревом. Он сидел в позе лотоса, как йоги. Бхагаван в действительности есть йоги, он маха-йоги. В полном погружении и с безразличием к происходящему Бхагаван сидел, проявив 4 руки. Вот же Махарадж прибежал к нему и бросился в его лотосные стопы. «Я искал тебя повсюду. Я жить без тебя не могу. Посмотри, что происходит вокруг. Посмотри, что делают ядовы. Все они умерли». А Кришна был в глубокой медитации, ничего не отвечал.
Удава Махарадж рыдал и рыдал. Он говорит, похоже, что ты хочешь завершить свои лилы. Если я не ошибаюсь, похоже, ты хочешь покинуть этот материальный мир. Но, пожалуйста, не оставляй меня одного. Если ты покинешь меня, я не проживу и секунды. Без тебя я не могу жить. Забери меня с собой. Бхагаван Шри Кришна взглянул на Удаву и сказал: «Дорогой мой Удава, тебе придется остаться здесь». «Нет, нет, я не могу, я умру без тебя». «Ты должен остаться здесь, потому что ты заслуживаешь этого. Ты мой слуга». Севак. А слуга должен слушать наставления своего господина. У нас не слишком-то правильное понимание, кто такой севак. Мы думаем, что это тот, кто моет посуду, кто стирает одежду гуру, готовит. Но это неполноценное понимание, кто такой слуга. Кто такой слуга? Кто-то может очень близко служить гуру, но при этом не являясь полностью предавшимся слугой. То есть он не предался в душе. Он может микрофон на гуру перед лекцией надевать, может готовить для него и по-другому близко служить ему, а потом в конце концов пасть. Побежать за чувственными наслаждениями, как проститутка, которая продает свое тело и получает взамен деньги, взамен на свое тело. И происходит так, что вот я служил гуру, значит, я сам должен стать гуру. Именно поэтому Прабхупада говорит, что ачарья не может быть избран путем голосования. И весь мир может восстать против ачарьи, против саду, не понимая, что это ачарья. Тем не менее, он такой саду не изменит того, о чем он говорит, не изменит сиддханты. Он говорит об истине. Ачарья означает защищать сиддханту, но не значит собирать деньги по всему миру. Ачарья плачет по сампрадая. Но кто сейчас? Кто сейчас плачет по ней? Кто сейчас хотят разрушить сампрадая, хотят стереть ее из памяти? Лишь для того, чтобы немножко славы на свой счет заработать. Ради почета готовы продать библиотеку. Лучше за место такие люди должны есть испражнения. Потому что это в действительности есть. То есть когда ради пратиштхи
делаются недозволенные вещи. Я защищаю Прабхупада, я защищаю Гурупада Падму. Таким образом, по сей день у нас нет четкого представления, полноценного представления о том, что такое предание и что, кто такой севак. Севак еще не означает мыть полы, подметать, стирать и так далее. Да, это может быть севой, но может и не быть, может являться таковой только с внешней точки зрения. Но одна вещь очень важна. Об этом говорит Кришна. Настоящее, подлинное значение севы, служение, это исполнять наставление духовного учителя. Такова обязанность севака. Это научное объяснение этого термина севака. Кришна продолжает разговор с Удавой. Он говорит: «Ты же мой севак, поэтому ты обязан исполнять мои наставления. Ты должен остаться здесь». Я хочу, чтобы ты оставался здесь как ачарья, как представитель меня. Только взглянув на сат-шишью, только послушав харикатху от него, мы сможем понять, что это и есть подлинный ачарья. То есть настоящий ученик является подлинным представителем своего гуру. К примеру, Шрила Бхакти Виданта Вамана Госвами Махарадж, представитель своего гуру Шрилы Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа. Наш Шридхар Госвами Махарадж представляет Прабхупаду. Они от всего сердца говорили то же самое, что говорил Прабхупад, что говорил их духовный учитель. Они получили осознание благодаря своей гуру Севе. Шридхар Госвами Махарадж не сидел и не запоминал шлоки и сиддханту. Он не глупец, чтобы заниматься подобным. Он не заучивал шастры, а потом не рассказывал всем. Все осознания, которые были, которые обрел, которыми делился с окружающим Шридхар Госвами Махарадж, он получил от Прабхупады. Что говорить о защите сампрадая? Мы готовы разрушить ее для того, чтобы ради каких-то своих собственных интересов. И такие люди будут наказаны так, что им не искупить эти грехи до долгое-долгое время. Никогда. Они падут до такой низкой платформы, что уже не смогут восстановиться. Мы
Глупо ожидать, что весь мир будет слушать Сиддханту, которую говорю я. Я не ожидаю, что тысячи людей будут слушать. Потому что в основном дживы нынешнего века неудачливые. Они не могут переварить подобное. У них появится дизентерия, услышав это. Я молюсь Бхагавану, пожалуйста, Бхагаван, устрой так, чтобы сюда не приходили те, кому не надо. Я не хочу даже в лица их смотреть. Хочу, чтобы я не видел лиц тех, кто... Пусть люди говорят, что Шьям Баба падший. Я правда падший. Все, что я делаю, это лишь по милости, по той силе, то есть благодаря силе, которую мне дает Шрила Прабхупада и моя Гуру Варга. Бхагаван продолжает. Если в этом мире не будет моего представителя, кто будет Ачарьей? Кто покажет людям свет? Покажет свет во тьме невежества Майи. Ты должен остаться здесь. Не плачь. Я с тобой, но сейчас мне нужно уйти, потому что причина, по которой я пришел сюда, исполнена. Ну что же я буду делать здесь? Я ничего не знаю, у меня ни знания, ничего, ни денег. Как, когда перед Прабхупадой явилась Панчататва, они также наставляли его, ты должен проповедовать. Но Прабхупад в ответ сказал, что у него нет ни денег, ни людей. Удав сказал, Кришна, ты должен проповедовать. Вы когда-нибудь видели дерево чандана? В Южной Индии такие растут, и его обживают змеи. Чандан просто, дерево чандана просто стоит, то есть его никто не трет, оно просто стоит, но запах распространяется на большое расстояние. И ты должен, Удав, также действовать. Все, что тебе нужно, просто оставаться в материальном мире. Этого будет более чем достаточно. Присутствие саду в материальном мире более чем достаточно. Даже если они не проповедуют, их поведение, их баджан — это и есть проповедь. Как духовная практика Гуру Кишардас Бабаджи Махараджа, наглядный пример для нас, и этого более чем достаточно. Для проповеди. Он, Гуру Кишардас Бабаджи Махарадж, был выдающимся среди проповедников. А Бхактивинода Тхакура, он также никогда не ездил в западные страны, тем не менее, он выдающийся среди проповедников. Рупа Госвами, Санатна Госвами, Джива Госвами также не ездили с проповедью, тем не менее, они также выдающиеся из проповедников. Такова проповедь. Ваше поведение, ваша любовь к Бхагавану, ваша духовная практика и есть проповедь.
550 лет назад Харидас Такур в разговоре с Махапрабху рассказал о нынешних технологиях, о тех технологиях, которые изобрели только сейчас. Он сказал Махапрабху, когда ты воспеваешь Махамантру, звуковые вибрации из твоих уст распространяются по всему миру. И это так. В соответствии с нынешними технологиями, с развитием науки, я знаю, что если я что-то говорю, то вибрации исходят и распространяются в округе. В то время не было ничего подобного, ни понимания этого факта. Тем не менее, Харидас Такур говорил об этом. Вы произносите Харинам, звук. Сталкивается с камнями, отражается, и все вокруг получают благо от того, что Махапрабху повторял Харинам. Бхагаван убеждает Удаву, тебе не нужно ни о чем переживать. Проповедь будет осуществляться автоматически. Твоего присутствия более чем достаточно. Так же, как в случае с дерева Чандана. Змеи сами сползают, взбираются на дерево и сами трутся об него, и поэтому издается аромат. Я думаю, что такого мудреца, как ты, нет даже на райских планетах. А ты говоришь, что ты ничего не знаешь. Хорошо, если ты действительно так думаешь, садись. Я расскажу тебе сокровенные истины Бхагаватам. Удав приготовился слушать. С глубоким смирением он задавал вопросы, как нищий. Как я могу помочь людям выйти из-под влияния майя, в то время как я не знаю ничего? Удава Махарадж рыдал, потому что он понимал, что скоро Бхагаван оставит меня, в то время как за всю свою жизнь я никогда не находился на расстоянии от Кришны, я всегда был с Ним. А теперь я должен исполнять наставление моего Бхагавана. Сакха говорил Удава, обращаясь к Кришне. Когда Бхагаван пока Бхагаван рассказывал это сокровенное знание, между делом, между тем пришел Майтрея Муни. По желанию Бхагавана. То есть Удава сидел и слушал, но пришел и Майтрея Риши. Он предложил свои поклоны. Такое было желание Господу. И попросил разрешения тоже присутствовать, слушать. Господь разрешил, и оба они приготовились слушать.
there is no such indication, there is no such information that Maitumni putting question. Only it is written in Bhagavatam. Нигде не сказано, что Майтрея Риши задавал вопросы. Просто сказано, что он присутствовал. Но Удава Махарадж один за другим задавал вопросы. Эти вопросы были настолько замечательные. Благодаря им можно... все трудности из вашей жизни преодолеть. Именно поэтому я и выбрал тему для Картики в этом году. Это сокровенное знание. Услышав об этом, в вашем сердце останется лишь према и любовь. Прабхупад много раз говорил, что если кто-то слушает Бхагаватам под руководством Бхагаваты, только Бхагавата может рассказывать Бхагаватам. Осознание приходит лишь в сердце Махабхагаваты. Существует Гранха Бхагавата и Бхакта Бхагавата. Несмотря на то, что Бхагаван предоставил это ценнейшее знание, не все готовы воспринять его. Для того, чтобы человек был готов его принять, необходимы особые определенные качества. В августе 20-го года я одну шлоку Гиты говорила о Гите. 67-ю шлоку я 6 недель объяснял, потому что это очень важная шлока. В ней Бхагаван показывает, описывает качество того, кто достоин слушать Бхагавата Таттву Вигьян, то есть заключение Бхагавата Таттвы. Итак, Прабхупад говорил, что услышав, если кто-то услышал, слушал Шримад Бхагаватам от Махабхагавата Вайшнава до 9 главы, то есть, чтобы начать слушать 10 главу, необходимо обрести осознание из первых 9 глав. Если нет этих осознаний, нет права читать, слушать 10 главу. А если такой человек будет это делать, несмотря на недостаток качеств, он лишится всего блага, которое у него есть, которое он накопил. After hearing 10th canto from Sadhu Guru Vaishnava, P.O., suppose you are hearing 10th canto somehow.
Допустим, вы слушали 10-ю песню. А если 11-ю песню не послушаете, то бессмысленно все слушание Бхагаватам. То есть до 10 главы, если вы услышали Шримад Бхагаватам, а 11-ю не послушали, то все бесполезно, бессмысленно. Именно поэтому я принял решение при помощи Прабхупады, то есть я прошу их о помощи говорить о том, что, о чем мы говорим. Завтра мы продолжим. Вайшнавибхьо намо.